когда я был в районе первых совсем классов, то трамвай, который шел от Литейного, имел кольцо как раз напротив входа в политехнический университет. И мы с отцом, естественно, приезжая с лыжами до кольца трамвая, дальше становились на лыжи и шли в направлении Токсова, Кавголова. Поступал я на факультет, который тогда был самый престижный, связанный с физикой, с ядерными направлениями. Она была во всех газетах, во всех журналах тогда. Это был бум ядерных разработок, и других вариантов у меня вроде даже не возникало. Выбирать надо самое лучшее. А свои профессиональные классические вещи, конечно, я связываю прежде всего с кафедрой, которую возглавлял Лурье Анатолий Исаакович. Кафедра отличалась, опять же, тем, что в институте была единственная, где одновременно, а в тот период это была крайняя редкость, собрались 5 профессоров. Это и Первозванский, и Пальмов, и Челпанов, и Коловский. Первая должность самая простенькая – это младший научный сотрудник, как сейчас помню. Первый рабочий день я проводил на металлургическом заводе города Череповца, забравшись на самый верх строящейся домны. Тогда уникальная была домна, первая в Советском Союзе, 5-тысячная. Потом, после защиты, должность ассистента. Ну а дальше все традиционно. Доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан факультета заочного обучения, главный ученый секретарь университета, дальше проректор по учебе, ну и дальше с вариантами проректор до настоящего руководителя административного аппарата ректора. Я думаю, что со своими кандидатами я уже, наверное, в седьмом десятке человек, но, тем не менее, каждая защита – это для меня, так же, как и для подзащитного, победа. Мне очень нравится, например, как результат. Это подготовка учебников по тем дисциплинам, которых раньше не существовало. Поэтому мне нравится, что остаются некие книжки. Ну и нравится, конечно, то, что выходят студенты, обученные. И существует, и с моей точки зрения, очень хорошо существует Санкт-Петербургский политехнический университет. Я пытаюсь сделать все, чтобы ему стало лучше. Это 99% моей собственной жизни. Другого нет.